Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штрафов за нарушение ПДД станет больше. Поправки подготовило Министерство внутренних дел. 500 рублей придется платить за шины не по сезону, нештатные лампы, подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Кроме того, упомянутое наказание придется понести за самопроизвольные повороты рулевого колеса, что говорит о неисправности усилителя руля. Предполагается, что изменения вступят в силу летом следующего года. Трасса 101. В Госдуме готовится законопроект, который предусматривает крупные штрафы для нетрезвых водителей, устроивших ДТП. В случае причинения тяжкого вреда здоровью виновнику придется выплачивать от 1 до 1,5 миллионов рублей. Если есть погибшие, от 2 до 3,5 миллионов. Отягчающим обстоятельством могут стать неоднократные грубые нарушения ПДД. Трасса 101. 250 ватт зарубите себе на носу, заявили в МВД. Если мощность двигателя электросамоката равна или превышает этот показатель, то самокат считается мопедом. Соответственно, для управления им нужны права категории М. В этом случае к водителю самоката может быть применен весь спектр мер, включая лишение прав и эвакуацию ТС на штрафстоянку. Трасса 101. Автошколы раскритиковали новый порядок сдачи практического экзамена на права. Напомню, что с апреля следующего года автодром и город объединят в одно испытание. В таких условиях, говорят в образовательных организациях, оценить навыки кандидата будет трудно. Например, как контролировать длину отката при трогании с места на подъеме. Или параллельная парковка задним ходом. Надо просто встать параллельно краю проезжей части или еще и между двумя автомобилями. В общем, автошколы предлагают отправить поправки на доработку. Трасса 101. Компания Kia представит Sportage нового 5-го поколения весной следующего года. Ранее планировалось сделать это в конце 2020-го. Список обновлений и технические характеристики пока держатся в секрете. Ожидается, что у кроссовера будут обычная и удлиненная версии. Сейчас Sportage стоит минимум 1,5 миллиона рублей без учета скидок.